День народного единства и согласия отмечали не только взрослые. Воспитанники саратовских интернатов отправились в кинотеатр. Им показали современный российский мультфильм, главные герои которого – дети, помогают освободить город от польской интервенции во времена правления Бориса Годунова и Лжедмитрия. Культпоход для 10 ребят устроила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя. Просмотр мультфильма стал для воспитанников интернатов настоящим событием. Экшен, где много, вот, яркие, и если они очень длинные, смешные. Я думаю, что такие походы надо делать регулярно, и обязательно походы, вот не только со мной, как с уполномоченным, да, а походы обязательно с добровольцами, с ребятами, с наставниками. И этим детям нужны друзья, из обычных семей, из обычные люди, обычные друзья, а не только те, которые живут вместе с ними. Это очень важно. Татьяна Загородняя пообещала, что будет продолжать такие акции и в следующий раз сводит детей в цирк и в театр.